В преддверии юбилейной годовщины победы в Великой Отечественной войне глава района Александр Коклин поздравил с праздником председателя Совета ветеранов района, известного писателя-публициста Анатолия Костенко. Александр Николаевич приехал не с пустыми руками. Вручил Анатолию Костенко подарки. Здоровья, благополучия. Спасибо тебе, что ты многое делаешь для подрастающего поколения. Анатолий Сергеевич был рад встрече, пригласил гостей за стол на чашку чая. В беседе Анатолий Костенко поделился планами на будущее. В ближайшее время он собирается приступить к написанию своей новой, 14-й по счету книги.